Новгородские спасатели сегодня ликвидировали пожар в одном из многоквартирных домов Великого Новгорода. Причина возгорания пока неизвестна. В ходе операции из огня спасли двоих детей. Сообщение о возгорании в оперативно-дежурную часть поступило в 10:35. Пожарным расчетам понадобилось меньше 5 минут, чтобы добраться до места происшествия. На втором этаже в многоквартирном доме в техническом проезде горел балкон. Чтобы не терять времени на вскрытие дверей, спасатели поднялись наверх по пожарной лестнице. На борьбу с огнем ушло меньше 10 минут. Удалось спасти двоих детей. Они были переданы бригаде скорой медицинской помощи. В спасательной операции принимали участие 4 единицы техники и 13 человек личного состава.